соседях мало способен к активным социальным действиям. В очереди развивает у него комплекс неполноценности. Модный ныне лозунг «как работаем, так и живем» придуман ведь еще в застойные времена. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что мы работаем плохо не потому, что не умеем, а потому, что хорошо работать не дают. Мы все сыны и дочери уравнили. Посредственные работники у нас. На проходивших в конце августа советско-чехословацких переговорах были обсуждены вопросы, связанные с активизацией происков империалистов против социалистических стран, с положением в Чехословакии за последнее время и в связи с временным вступлением на ее территорию войск пяти социалистических стран. Достигнутая договоренность и принятые решения направлены на развитие и укрепление сотрудничества между СССР и Чехословакией. Суть договоренности стоят на защите социализма, а на самом деле темные антисоциалистические силы действовали, и действовали все более нагло. На улицах распространяли газету «Литерарные листы», в которой 13 июня было напечатано: «КПЧ осуществляет свою руководящую роль, хотя не имеет на это ни морального, ни политического права». В эти же дни можно было прочесть: «Коммунистическую партию Чехословакии необходимо считать преступной организацией и выбросить ее из общественной жизни». Литерарные листы опубликовали обращение 2000 слов, в котором содержался открытый призыв к борьбе против Коммунистической партии Чехословакии. Вот они, главные идеологи еженедельника «Литерарные листы». Душан Гамшик. Людвиг Веселый. Иван Клюна. Антонин Лейн. В этом здании гнездилась контрреволюционная организация «Клуб 231», во главе которой стояли старый фашист Бродск, антисоциалистических, антисоветских взглядов. Послушайте, что он говорит молодежи. Цензура перестала... Цензура, друзья, перестала существовать. Ура! Думаю, что свободный обмен мнениями покажет, в каком направлении нам идти, чтобы снова попасть в Европу. Разжигая национальные страсти среди молодежи, сеяли анархию, чтобы воспользоваться ею для свержения социалистического строя в Чехословакии. На улицах Праги они организовали сбор подписей под текстом обращения «Опасный поворот событий». В этих целях в Чеерне над Тисой была устроена встреча членов Политбюро ЦК КПСС и членов Президиума ЦК КПСС. Вслед за этим в Братиславе собралось совещание представителей шести коммунистических и рабочих партий социалистических стран. Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических стран являлось серьезным вкладом в борьбу за упрочение позиции социализма против подрывной деятельности и агрессивной политики империализма. Канцлер ФРГ Киссинджер. Это ему принадлежат слова: укреплять Запад, возвратить ему украденные у него немецкие, славянские, мадьярские и румынские территории путем мирного использования всех политических возможностей. Ему вторил Вилли Брандт. Было бы хорошо, если бы советское присутствие в Центральной Европе сократилось. О чем они мечтали? Вот граница Чехословакии. Вырвав Чехословакии социалистическое содружество, они хотели бы вбить клин, который развалил бы на две половины страны Варшавского договора. ГДР и Польша останутся на севере, Венгрия, Болгария и Румыния на юге, без прямой между ними связи. А войска НАТО смогут тогда выйти непосредственно к советской границе. Братиславского заявления, в соответствии с существующими договорными обязательствами, Советский Союз и другие социалистические государства направили в Чехословакию свои войска,
чтобы оказать народу поддержку в защите его социалистических завоеваний. Советские войны пришли в Чехословакию как братья помочь своим друзьям. Словно по единому сигналу поднялись антисоциалистические силы. Появились провокационные надписи. На улицах стали бесчинствовать нечесанные немцы, непрерывно подогреваемые подпольными радиостанциями и передачами из ФРГ. Кинокадры, снятые зарубежными кинооператорами. Взорвавшиеся бандиты поджигают советские машины, бронетранспортеры, провоцируют советских воинов выстрелами из-за угла, устраивают подъемы. Лейтенант Ивановской. Двадцать пять лет прошло с тех пор. Военная мощь нашей Родины несокрушима. Ужасающим по своей силе оружием оснащены теперь советская армия и военно-морской флот. Добровольных спортивных обществ столицы. Праздничное веселье в колоннах демонстрантов. Оно разлилось по всем улицам и площадям столицы. Вот так весело жить, хорошо учиться. В этом году, принимая участие в работе 12-го всемирного фестиваля, мощь страны Советов, научно-технический потенциал таковы, что никто не должен сомневаться способности и решимости Советского Союза ответить на любой вызов. Новые программные документы партии раскрывают величие наших целей, намечают реальные пути их достижения. Вас страна вышла на финишную прямую решающего года девятой пятилетки. Слова «Москва и мир». Леонид Ильич Брежнев, обращаясь к его делегатам, сказал: «Вы можете положиться на советский народ, который и в и по форме, и без формы научились мы бузить. И у всех свои платформы, тут нечего грозить. Ну что, метко сказано, особенно по отношению к экономике». Вынесенный на рассмотрение съезда вопрос о мерах по оздоровлению экономики, этапах экономической реформы и принципиальных подходов к разработке 13-го пятилетнего плана, один из ключевых и диктуется крайне сложным экономическим положением страны. Современное экономическое положение страны, безусловно, обусловлено комплексом взаимосвязанных причин, негативные застарелые факторы глубинного характера.
Это крайне деформированная структура общественного производства, ориентированная в первую очередь на развитие тяжелой индустрии, а не на потребителя. Это отсталый технический уровень производства потенциала во многих отраслях, а также ставшая хроническая невосприимчивость народного хозяйства к научно-техническому прогрессу. И как следствие низкая эффективность и прежде всего жизненно важных сферах экономики. Нельзя сказать, что эти причины не были известны раньше. Были, но совершенно очевидно, и это надо откровенно сегодня признать, что на первом этапе перестройки мы недооценили их сложность, масштабность, и поэтому сделали излишне оптимистичный вывод о возможности их быстрого преодоления и притом на широком фронте преобразования. Сегодня ясно, что осуществление многих из них потребует длительного времени. Да пускай же не застрелят, чем жить нищим слоем. Ну сам себя. Ну чем хотите, а вы коленят, как взяли. Ты все не на коленке, ты вот встал с колен-то еще. Я вроде пытаюсь с колен встать, а ей не даю. В известиях Нуйкин разразился статьей относительно того, что не надо на Горбачева так наседать и так далее, и так далее. Надо учесть его, так сказать, личное, что ли, устремление. Не уходил домой. Слишком редко говорим мы друг другу добрые слова. Наверное, жизнь ожесточила. А уж о руководителе страны, особенно после стольких лет идолопоклонства, доброго слова сегодня почти не услышишь. Как-то не принято. И в этом, наверное, жизнь ничем не рисковал. Ничем не выделялся в застольную эпоху на общем фоне. И даже Борис Николаевич Ельцин ранее с такой же страстью защищал монополию государственной собственности, с какой сейчас борется за рыночную экономику. И винить его нет. Политическая реформа нужна. И что касается духовного состояния, морального состояния общества, надо лечить и основательно. Только в этом случае мы дадим кислород, второе дыхание нашей стране, нашему обществу, народу. Я подтверждаю, что сижу на своем стуле, коммунист, остаюсь им убежденным. Для кого-то это фантазия и так далее, где-то что-то там летающее. Для меня это цель, к ней далеко, надо идти через этапы. Сегодня перестройка – это спасение социализма, это открытие второго дыхания, всего, что заложено в этом строе, народном строе, где можно в рамках этой системы можно решать вопросы в интересах человека, более справедливым, сделать наше общество более гуманным, демократичным. И я уверен, сердечно, искренне и горячо поздравляю вас с днем вашего рождения. Мне выпала большая честь, искренняя радость вручить вам, Леонид Ильич, высокую правительственную награду. Леонид Ильич Брежнев награжден орденом за большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством, за исключительно плодотворную деятельность в деле укрепления экономического, политического и оборонного могущества нашей Родины. Сейчас здесь около 300 санаториев, пансионатов, лечебниц, домов отдыха. Почти 8 миллионов человек приезжают отдыхать на Крымское побережье и в летние, и в зимние месяцы. Забота о здоровье. Последние предпраздничные дни уходящего года. У них особый, только им присущий облик. Предновогодние дни – традиционная пора многочисленных новоселий. Эти кадры сняты в городе Ивано-Франковске на Украине. В минувшем году значительно расширен ассортимент мебели для разнообразных типов новых квартир. По традиции дары южной природы. Богатый урожай собран на цитрусовых плантациях Абхазии.
радостны и полны приятных хлопот предновогодние дни. Славен был год уходящий. Добрый путь, год наступающий. С праздничным приветом! Красной площади парадные колонны слушателей военных академий, будущих командиров и политработников частей и соединений. Богатыри широкоплечие, с орли. Все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Это дает спокойно жить, работать, приумножать революционную и трудовую славу октября. На автомашинах орудий. Набережные улицы, разрушенные немцами. Stole from the collieries of the Donbass 2,550 coal cutting machines, 1,370 electric locomotives, 104,860 wagonettes. The giant Stalin machine building works in Kramatorsk. It employed 20,000 workers, and its 20 departments covered an area of 250 acres. Before their retreat, the Germans blew up and destroyed the Stalin works. They smashed 1,000... быстрее внедрять в производство достижения науки и техники. Требовались еще десятилетия, мы совершили почти за один год.
первого искусственного спутника Земли. Это должно будет помочь разрешению главной проблемы немецкого народа – восстановлению единства страны. Но дело объединения надо предоставить самым двум государствам, существующим сейчас в Германии. Газета «Рангуна» писала о сельскохозяйственных рабочих. Сбылась мечта венгерского крестьянина. Члены парламента и представители местного управления вручили крестьянам Лукашевского района грамоты на право пользования землей. Первой армии, которой командовал Василий Иванович Кузнецов, между прочим, в составе которой были на смягчение международного напряжения о неодолимом движении советского народа вперед к полной победе коммунизма. Советские воины и воины союзных армий пришли в Чехословакию как братья по классу. Сыновья народов, спаянных нерасторжимыми узами интернациональной дружбы. На улицах и площадях славян. Однако реакционные силы не прекращают попыток накалить политическую атмосферу. Они провоцируют инциденты, сеют среди населения нервозность, стремятся восстановить его против союзных, выводят из строя средства связи и транспорта. Они выразили глубокие соболезнования семье и близким покойного. Гевич Горбачев. Дорогие товарищи, мы провожаем последний путь Константина Устиновича Черненко. В этот скорбный час советские люди воздают дань глубокого уважения верному сыну нашей партии и народа, стойкому борцу за благородные коммунистические идеалы, выдать... Глава рода. Честь пробиваться с огромным трудом, большие силы, не предлагается поездка в те края. Движение воинских колонн идет сосредоточение войск перед возвращением на родину. На ближних и дальних подступах выставляются дополнительные сторожевые посты, которые будут обеспечивать безопасность частей и подразделений. В застольную эпоху на общем фоне. И даже Борис Николаевич Ельцин ранее с такой же страстью защищал монополию государственной собственности, с какой сейчас борется за рыночную экономику. И винить его не в... Политическая реформа нужна. И что касается духовного состояния, морального состояния общества, надо лечить и основательно. Только в этом случае мы дадим кислород, второе дыхание нашей стране, нашему обществу, народу. Я подтверждаю, что сижу на своем стуле, коммунист, остаюсь им убежденным. Для кого-то это фантазия и так далее, где-то что-то там летающее. Для меня это цель, к ней далеко, надо идти через этапы. Сегодня перестройка – это спасение социализма, это открытие второго дыхания, всего, что заложено в этом строе, в народном строе. Где можно, в рамках этой системы, можно решать вопросы в интересах человека, более справедливым, сделать наше общество более гуманным, демократичным. И я уверен, не на... Летом
сердечно, искренне и горячо поздравляю вас с днем вашего рождения. Мне выпала большая честь, искренняя радость вручить вам, Леонид Ильич, высокую правительственную награду. Леонид Ильич Брежнев награжден орденом за большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством, за исключительно плодотворную деятельность в деле укрепления экономического, политического и оборонного могущества нашей Родины. Сейчас здесь около 300 санаториев, пансионатов, лечебниц, домов отдыха. Почти 8 миллионов человек приезжают отдыхать на Крымское побережье и в летние, и в зимние месяцы. Забота о здоровье. Последние предпраздничные дни уходящего года. У них особый, только им присущий облик. Предновогодние дни – традиционная пора многочисленных новоселий. Эти кадры сняты в городе Ивано-Франковске на Украине. В минувшем году значительно расширен ассортимент мебели для разнообразных типов новых квартир. По традиции – дары южной природы. Богатый урожай собран на цитрусовых плантациях Абхазии. Радостны и полны приятных хлопот предновогодние дни. Славен был год уходящий. Добрый путь, год наступающий. С праздничным приветом! Красной площади, парадные колонны слушателей военных академий, будущих командиров и политработников частей и соединений. Богатыри широкоплечие, с орли... Все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Это дает спокойно жить, работать, приумножать революционную и трудовую славу октября. На автомашинах. Слушатели военных академий.
вами идут слушатели военных... Академия бронетанковых и механизированных войск имени... Набережные улицы, разрушенные немцами. Stole from the collieries of the Donbass 2,550 coal-cutting machines, 1,370 electric locomotives, 104,860 wagonettes. The giant Stalin machine building works in Kramatorsk. It employed 20,000 workers, and its 20 departments covered an area of 250 acres. Before their retreat, the Germans blew up and destroyed the Stalin works. They smashed 1,000... ...быстрее внедрять в производство достижения науки и техники. Требовались еще десятилетия, мы совершили почти за один год. Праздничное веселье в колоннах демонстрантов. Оно разлилось по всем улицам и площадям столицы. Вот так весело жить, хорошо учиться. В этом году, принимая участие в работе 12-го Всемирного фестиваля, мощь страны Советов, научно-технический потенциал таковы, что никто не должен сомневаться способности и решимости Советского Союза ответить на любой вызов. Новые программные документы партии раскрывают величие наших целей, намечают реальные пути их достижения. Ваша страна вышла на финишную прямую решающего года девятой пятилетки. Слова «Москва и мир». Леонид Ильич Брежнев, обращаясь к его делегатам, сказал: «Вы можете положиться на советский народ, который и в и по форме, и без формы научились мы гузить. И у всех свои платформы, тут нечего грозить. Ну что, метко сказано, особенно по отношению к экономике». Вынесенный на рассмотрение съезда вопрос о мерах по оздоровлению экономики, этапах экономической реформы и принципиальных подходов к разработке 13-го пятилетнего плана, один из ключевых и диктуется крайне сложным экономическим положением страны. Современное экономическое положение страны, безусловно, обусловлено комплексом взаимосвязанных причин, негативные застарелые факторы глубинного характера. Это крайне деформированная структура общественного производства, ориентированную в первую очередь на развитие тяжелой индустрии, а не на потребителя. Это отсталый технический уровень производства потенциала во многих отраслях, а также ставшая хроническая невосприимчивость народного хозяйства к научно-техническому прогрессу. И как следствие низкая эффективность и прежде всего жизненно важных сферах экономики. Нельзя сказать, что эти причины не были известны раньше. Были, но совершенно очевидно, и это надо откровенно сегодня признать, что на первом этапе перестройки мы недооценили их сложность, масштабность, и поэтому сделали излишне оптимистичный вывод о возможности их быстрого преодоления и притом на широком фронте преобразования. Сегодня ясно, что осуществление многих из них потребует длительного времени.
считаю. Да пускай меня застрелят, чем жить нищим смыл. Ну, сам сейчас. Понимаю. Чем ходить на колени, как я думаю. Чего вы видите? Ты все не на колени, ты вот встал с колен-то еще. Я ради пытаюсь с колен встать, а ей не даю. В известиях Нуйкин разразился статьей относительно того, что не надо на Горбачева так наседать и так далее, и так далее. Надо учесть его, так сказать, личное, что ли, устремление. Не уходил домой. Редко, слишком редко говорим мы друг другу добрые слова. Наверное, жизнь ожесточила. А уж о руководителе страны, особенно после стольких лет идолпоклонства, доброго слова сегодня почти не услышишь. Как-то не принято. И в этом, наверное, их ничем не рисковал. Ничем. Немецкие, славянские, мадьярские, румынские территории путем мирного использования всех политических возможностей. Ему штанул Вилли Брандт. Было бы хорошо, если бы советское присутствие в Центральной Европе сократилось. О чем они мечтали? Вот граница Чехословакии. Вырвав в Чехословакии социалистическое содружество, они хотели бы вбить клин, который развалил бы на две половины страны Варшавского договора. ГДР и Польша останутся на севере, Венгрия, Болгария и Румыния на юге без прямой между ними связи. А войска НАТО смогут тогда выйти непосредственно к советской границе. Братиславского заявления, в соответствии с существующими договорными обязательствами, Советский Союз и другие социалистические государства направили в Чехословакию свои войска, чтобы оказать народу поддержку в защите его социалистических завоеваний. Советские воины пришли в Чехословакию как братья помочь своим друзьям. А словно по единому сигналу поднялись антисоциалистические силы. Появились провокационные надписи. На улицах стали бесчинствовать нечесанные немцы, непрерывно подогреваемые подпольными радиостанциями и передачами из ФРГ. Кинокадры, снятые зарубежными кинооператорами. Взорвавшиеся бандиты поджигают советские машины, бронетранспортеры, провоцируют советских воинов выстрелами из-за угла, устраивают подъемы. Лейтенант Ивановской. Двадцать пять лет прошло с тех пор. Военная мощь нашей Родины несокрушима. Решающим по своей силе оружием оснащены теперь советская армия и военно-морской флот. Добровольных спортивных обществ столицы.
очередях мало способен к активным социальным действиям. Очереди развивает у него комплекс неполноценности. Модный ныне лозунг «как работаем, так и живем» придуман ведь еще в застойные времена. Не знаю. Мне кажется, что мы работаем плохо не потому, что не умеем, а потому, что хорошо работать не дают. Мы все сыны и дочери уравнивают. Посредственные работники у нас. На проходивших в конце августа советско-чехословацких переговорах были обсуждены вопросы, связанные с активизацией происков империалистов против социалистических стран, с положением в Чехословакии за последнее время и в связи с временным вступлением на ее территорию войск 5 социалистических стран. Достигнутая договоренность и принятые решения направлены на развитие и укрепление сотрудничества между СССР и Чехословакией. Суд договоренности стоят на защите социализма, а на самом деле темные антисоциалистические силы действовали, и действовали все более нагло. На улицах распространяли газету «Литерарные листы», в которой 13 июня было напечатано: «КПЧ осуществляет свою руководящую роль, хотя не имеет на это ни морального, ни политического права». В эти же дни можно было прочесть: «Коммунистическую партию Чехословакии необходимо считать преступной организацией и выбросить ее из общественной жизни». Литеральные листы опубликовали обращение 2000 слов, в котором содержался открытый призыв к борьбе против коммунистической партии Чехословакии. Вот они, главные идеологи еженедельника «Литеральные листы». Душан Дамшик. Людвиг Веселый. Иван Клюна. Антон Лим. В этом здании гнездилась контрреволюционная организация «Клуб 231», во главе которой стояли старый фашист Бродс, антисоциалистических, антисоветских взглядов. Послушайте, что он говорит молодежи. Цензура перестала. Цензура, друзья, перестала существовать. Ура! Думаю, что свободный обмен мнениями покажет, в каком направлении нам идти, чтобы снова попасть в Европу. Разжигая национальные страсти среди молодежи, сеяли анархию, чтобы воспользоваться ею для свержения социалистического строя в Чехословакии. На улицах Праги они организовали сбор подписей под текстом обращения «Опасный поворот событий». В этих целях в Чернине над Тисой была устроена встреча членов Политбюро ЦК КПСС и членов Президиума ЦК КПСС. Вслед за этим в Братиславе собралось совещание представителей 6 коммунистических и рабочих партий социалистических стран. Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических стран являлось серьезным вкладом в борьбу за упрочение позиций социализма против подрывной деятельности и агрессивной политики империализма. Канцлер ФРГ Киссинджер. Это ему принадлежат слова: укреплять Запад, возвратить ему украденное, у него не стволать. Ура! Думаю, что свободный обмен мнениями покажет, в каком направлении нам идти, чтобы снова попасть в Европу. Разжигая национальные страсти среди молодежи, сеяли анархию, чтобы воспользоваться ею для свержения социалистического строя в Чехословакии. На улицах Праги они организовали сбор подписей под текстом обращения «Опасный поворот событий». В этих целях в Чернине над Тисой была устроена встреча членов Политбюро ЦК КПСС и членов Президиума ЦК КПСС.
Вслед за этим в Братиславе собралось совещание представителей шести коммунистических и рабочих партий социалистических стран. Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических стран являлось серьезным вкладом в борьбу за упрочение позиций социализма против подрывной деятельности и агрессивной политики империализма. Канцлер ФРГ Киссингер. Это ему принадлежат слова. Укреплять Запад, возвратить ему украденные у него немецкие, славянские, мадьярские и румынские территории путем мирного использования всех политических возможностей. Ему вторил Вилли Брандт. Было бы хорошо, если бы советское присутствие в Центральной Европе сократилось. О чем они мечтали? Вот граница Чехословакии. Вырвав Чехословакии социалистическое содружество, они хотели бы вбить клин, который развалил бы на две половины страны Варшавского договора. ГДР и Польша останутся на севере, Венгрия, Болгария и Румыния на юге без прямой между ними связи. А войска НАТО смогут тогда выйти непосредственно к советской границе. Руководствуясь с принципами Братиславского заявления, в соответствии с существующими договорными обязательствами, Советский Союз и другие социалистические государства направили в Чехословакию свои войска, чтобы оказать народу поддержку в защите его социалистических завоеваний. Советские воины пришли в Чехословакию как братья помочь своим друзьям. А словно по единому сигналу поднялись антисоциалистические силы. Появились провокационные надписи. Стали бесчинствовать нечесанные немцы, непрерывно подогреваемые подпольными радиостанциями и передачами из ФРГ. Которое 13 июня было напечатано. КПЧ осуществляет свою руководящую роль, хотя не имеет на это ни морального, ни политического права. В эти же дни можно было прочесть. Коммунистическую партию Чехословакии необходимо считать преступной организацией и выбросить ее из общественной жизни. Литеральные листы опубликовали обращение 2000 слов, в котором содержался открытый призыв в борьбе против коммунистической партии Чехословакии. Вот они, главные идеологи еженедельника «Литерарни листы». Душан Гамшик. Людвиг Веселый. Иван Клима. Антонин Лилин. В этом здании гнездилась контрреволюционная организация «Клуб 231», во главе которой стояли старый фашист Бродск, антисоциалистических, антисоветских взглядов. Послушайте, что он говорит молодежи. Цензура перестала. Цензура, друзья, перестала существовать. В очередях мало способен к активным социальным действиям. Очереди развивает у него комплекс неполноценности. Модный ныне лозунг «как работаем, так и живем» придуман ведь еще в застойные времена. Не знаю. Мне кажется, что мы работаем плохо не потому, что не умеем, а потому, что хорошо работать не дают. Мы все сыны и дочери уравнивают. Посредственные работники у нас. На проходивших в конце августа советско-чехословацких переговорах были обсуждены вопросы, связанные с активизацией происков империалистов против социалистических стран, с положением в Чехословакии за последнее время, и в связи с временным вступлением на ее территорию войск пяти социалистических стран. Достигнутая договоренность и принятые решения направлены на развитие и укрепление сотрудничества между СССР
и Чехословакии. Суд договоренности стоят на защите социализма, а на самом деле темные антисоциалистические силы действовали. И действовали все более нагло. На улицах распространяли газету «Литературу».